Ревизия запорожских КП продолжается. На этот раз аудиторы приступили к проверке концерна ГТС. Выясняли, как на предприятии обстоят дела с финансами и есть ли что скрывать запорожским тепловикам. Когда ждать первых результатов проверки, знают наши журналисты. Концерн ГТС стал третьим запорожским предприятием, куда наведались международные аудиторы. Напомним, в нашем городе масштабная проверка запорожских КП стартовала в начале декабря. До этого ревизоры начали проверку основания и водоканала. Мы хотим, чтобы результатом нашей работы было то, чтобы жизнь запорожцев стала лучше, чтобы они платили, скажем, знали, за что они платят. И чтобы соответствующее качество услуг предоставлялось за те деньги, которые они платят. Немалые деньги. В свою очередь в концерне отмечают, к сотрудничеству готовы на все 100. Тем более, что такая проверка для тепловиков далеко не первая. На протяжении последних нескольких лет в части работы при получении кредита с Европейским банком реконструкции и развития мы работали с такими компаниями и проходили такие аудиты. Поэтому мы готовы, скрывать нам нечего. И в исполнение данного протокольного поручения мы сделали опрос, сделали заявки на центральные ведущие фирмы аудиторские, которые входят в рейтинг самых крупных компаний, и получили коммерческие предложения. Отчет по результатам аудита представители международной компании обещают предоставить уже в середине января. В свою очередь в мэрии отмечают, такие проверки помогут не только модернизировать работу предприятий, но и улучшить качество услуг, предоставляемых запорожцам.